Ребята, всем привет! Вы на канале Ушасти Kids, и сегодня у нас соревнование между Анжелой Валькирией и нашим любимым Хэнком, гавайским Хэнком, друзья! Как вы думаете, кто сегодня победит? Новый персонаж Валькирия или Хэнк? Ну, в общем, смотрите, друзья, Анжела уже набрала 43 тысячи очков, а Хэнк 33. Анжела пока здорово обгоняет Хэнка. Давай по крышам. Я вижу, наша Валькирия взяла защитный шлем. Он у нее такой прикольный, с перышками. Очень-очень красивый новый наряд Анжелы. А вам, ребята, понравилась Анжела Валькирия? Если понравилось, пиши в комментариях цифру 5. А если тебе больше нравится гавайский Хэнк, пиши в комментариях циферку 6. А Хэнк взял магнит и торопится вперед, чтобы обогнать нашу любимую Анжелу. Хэнк уже набрал 104 тысячи очков, но Анжела пока по-прежнему лидирует. А вот по количеству слитков золота они почти одинаково набрали. Анжела с небольшим перевесом обгоняет Хэнка. Я смотрю, они оба уже взяли магнитики и активно собирают золото. Давай-давай, Хэнк, поднажми еще немножко. Анжела тебя пока обгоняет. Ну что, ребята, вы определили, за кого будете болеть? За Анжелу или за Хэнка? Если болеешь за кошечку Анжелу, ставь лайк. И не забывай подписываться на наш канал Ушасти Kids. На нашем канале ты найдешь много-много всего интересного про котика Тома, Анжелу, Хэнка и их друзей. И еще много-много всего. Новые серии выходят каждый день. Так что обязательно подписывайся и не пропусти. Ребята, а в сегодняшнем видео у меня для вас сюрприз. Мы с Анжелой и с Хэнком передадим нашим любимым подписчикам много-много приветиков. Кошечка Анжела по-прежнему лидирует. У нее 350 тысяч очков, а у Хэнка 315. С небольшим перевесом она его обгоняет. Не знаю, может быть, Хэнк сейчас ускорится и все-таки обгонит нашу Валькирию. Давай, Хэнк. Ребята, а вы любите смотреть игру «Говорящий Хэнк»? Кстати, на нашем канале она тоже есть, очень прикольная. Растишь себе маленького питомца Хэнка. Кстати, он очень любит фотографировать. Прикольная игра, всем рекомендую играть и смотреть ее на нашем канале. Валькирия по-прежнему обгоняет Хэнка. Хотя сейчас... Ребята, Хэнк обогнал нашу Анжелу. Вы представляете, Хэнк все-таки ее обогнал. А сейчас Анжела опять обошла немножко Хэнка. Но вот-вот, совсем чуть-чуть, и они сравняют счет. Хэнк захватил магнитик. Да, жаркая сегодня борьба, ребята. По количеству слитков они почти сравняли результат. Даже Хэнк уже обгоняет Анжелу. Да, проворный этот хитряк Хэнк. А вот так Анжела лидировала, но он все-таки ее догнал. У Анжелы уже легкое головокружение. Я вижу, она слегка устала. Анжела, не сдавайся. Ты должна обогнать Хэнка. Кстати, она сейчас на очень опасном уровне. В лесу у Джинджера здесь так много препятствий. Мне кажется, это один из самых сложных уровней. Эти самолетики, бревна. Не знаю, мне кажется, это очень-очень опасный лес. Если вы тоже думаете, что у Джинджера сложный уровень, пишите в комментариях цифру 2. Ну а мы с Хэнком бежим по городу. Хэнк взял защитный шлем и, кажется, о нет, он пропустил самолетик. Слишком большая скорость, не успел он его схватить.
Ребята, кстати, Хэнк обогнал кошечку Анжелу. У него 840 тысяч очков, а у Анжелы 830. С небольшим перевесом Хэнк все-таки ее обогнал. А вот по количеству золота Анжела набрала больше. Но чтобы победить в сегодняшнем соревновании, нужно постараться набрать как можно больше очков. И пока выигрывает наш Хэнк. А пока они бегут, я передам для вас приветики, друзья. Первый приветик у нас сегодня получит Анфиса Попова. Большой пушистый тебе приветик, Анфиса. Элиза Кубанчик, Катя Гордеева, Вероника Старцева, Валерия Мельник и Ира Жирносек. Большой-большой вам всем приветик, друзья. Лилия Годованец, Оля Сала, Карина Звягинцева, Анечка Микеева, Валерия Мазилова, Анфиса Демина, Настя Подзюбан, Вика Чечевика и Аня Чепурко, а также Ксюша Ладик и Диана Кабирова. Большой-большой вам всем привет, друзья! Также приветик у нас летит для Настюши Корчагиной, Полиночки Захаровой, Ангелины Цой, Даши Лавренковой, Валерии Захарчук, Айлы Мухмед, Натали Филимоновой, Виктории Часовских, Лера Карнауховой, Илона Зануздаевой, Юле Челиковой, Даше Химчик, Светы Полеси, Дианочке Васильевой, Гертруде Куликовой. Юля Табачук, тебе тоже огромный-огромный привет. Аня Грознова, Юля Карепина и София Сосницкая. Большой-большой вам всем привет. Спасибо большое, друзья, что выбрали и смотрите наш канал. Аня Ясакова, тебе тоже пушистый привет от кошечки Анжелы, Богдана Пришко, Валерия Соловьева и Ангелиночка Найбергер. Вам тоже, друзья, огромнейший привет. Ребята, если вы тоже хотите получить приветик на нашем канале, пишите в комментариях под этим видео ваше имя и фамилию, и я с удовольствием передам приветик и для вас. Ребята, а я сообщаю счет. Анжела сейчас 1 миллион 300 тысяч очков, а у Хэнка 1 400 000 очков. И пока Хэнк серьезно обгоняет Анжелу. Анжела, давай-давай, поднажми, ребята за тебя болеют, не подведи их, ускорь немножечко темп. Давай поскорей и аккуратно. Кстати, ребята, пока наши герои бегут, не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале. И пишите в комментариях, соревнования между кем вы бы хотели увидеть в следующей серии. Анжела снова в лесу у Джинджера. А вот наш Хэнк перебирается просто в город, в ночной город Анжелы. И здесь его ждал енотик, который подготовил для него 100 слитков золота. Хэнк схватил магнит, и все золото само липнет к нему. Анжела тоже подняла магнитик, да им сегодня просто везет, друзья, целая куча бонусов. Анжела перешла на автостраду, а вот Хэнк еще в ночном городе. Анжела зашла в гости к морозному котику Тому. Смотрите, сколько много снега. Главное, чтобы наша валькирия не замерзла там. А вот Хэнку, наоборот, жарко, он в городе, где целая куча машин и много-много препятствий. Хэнк по-прежнему обгоняет кошечку Анжелу. У него 1 миллион 830 тысяч очков, а у Анжелы 1 миллион 770 очков.
Ну вот, я вижу, наши герои устали. Ребята, и в сегодняшнем соревновании победил песик Хэнк. Ура, ура, ура всем тем, кто голосовал за нашего Хэнка. Но на этом, дорогие друзья, у меня все. Подписывайтесь на наш канал Ушастик Kids. Ставьте ваши лайки и смотрите новые серии самыми первыми. Новые серии выходят каждый день, так что не пропусти. Всем пока-пока!